טוב שבת שלום עוד פעם לכולם שבת שלום יישור הספים יש פסוק כזה שהוא מאוד מיוחד בספר ישעיהו בפקניגי עיסא יש עוד אינטרס נסטיח שהוא מדבר על אלוהים כתורי גברת אבוגי הרבה יש דברים על אלוהים נכון יש מנוגה וישק כתורי גברת אבוגי אבל כתוב שם שאלוהים בורא קצות הארץ לא יעייף ולא יגיע. איזה פסוק ואיזה פרק? פ... פסוק ארבעים Исайя 40, 28. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что Вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим. Он не устает он не утомляется. Но мы и взрослые, и молодежь очень часто устаем и вот кладем руки. И мы нуждаемся в обновлении сил, и эти силы дает нам Господь. Написано, тот, кто наполняется Господом Богом, получает силы от него и я сегодня хочу вас ободрить чтобы мы не уставали идти вот по нашей жизни в которой мы жив живем жизни непростой в альба су или эфесим пер хамеш

Итак, не будьте нерассудительны, но познайте, познавайте, что есть воля Божья. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями, песнопениями духовными, пая и воспевая в сердцах ваших Господу.

ب ب ب דברים, и сегодня мы уже об этом говорили и не раз, о том, что этот мир наполнен различными грехами и различными сложностями и трудностями. Но не только сложностями, но и добрыми какими-то вещами. Поэтому очень важно познать волю Божью. Что ты хочешь от меня очень часто мы пытаемся сконцентрироваться на том, что Господь хочет от нас, и мы говорим: Боже, ну что ты хочешь от меня? Но есть вещи гораздо более важнее, чем просто воля Божья для нас лично. Перекрестие Послание к римлянам, 12 глава, второй стих. <и> им дат, ма рацон эллоим, атов, ваарцуй, Не не сообразуйтесь с веком сим или с этим миром, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная.

я думаю, когда Шауль говорит, обновитесь разумом, ومدبر, Тинасу, Лит -Авин, это я думаю, он говорит, чтобы мы подумали о том, что, какова важность заповедей Божьих в нашей жизни. <recognizable sound> С одной стороны, в Иешуа мы очень свободны. <arrived> <siguiente> <yimpanne> <crying> <pero Ultimate> Но это не значит, что эта свобода, она должна

не просто так есть у нас эти заповеди, потому что через них Бог показывает свое отношение к нам. И, конечно, часть из заповедей мы вообще не понимаем. Часть из них нам вообще тяжело понять. У некоторых есть такое противление, что это за заповедь, я не буду ее исполнять.

Но я хочу понять эту заповедь, принять ее, и чтобы это было частью моего характера. Чтобы я исполнял волю Божью изнутри, от сердца. Обновление сердца, обновление разума, это то, что происходит изнутри, не снаружи. и Потому что снаружи ты можешь показаться людям добрым, хорошеньким, приятным. Но все это будет обманом. И это как Иешуа говорил с фарисеями, он сказал, вы гробы окрашенные. Потому что внутри Есть вас реша. зло. Нужно изменяться изнутри и пытаться понять заповеди Божьи. А за каха мамаш бекцара аля аля рацион шели И это вот вкратце о воле Божьей. Барур, что есть дворим, что им кшурим гам я холиот леем ям шелану. Конечно, есть вещи, которые каждодневные у нас. Что там и населявин аба, мало или асот, ула ешли пхира которые ты хочешь понять от Бога, Боже, что мне лучше делать, куда пойти, в какую сторону повернуться. И по ходу моей проповеди мы сегодня поймем, как и каким образом это понять. А я. Я продолжаю к следующей, пункту, к, к следующему. Моши по Альтиш так румияен, и малю беруах. Как здесь написано, чтобы мы, сейчас подробно, подробно, чтобы мы не упивались вином, но исполнялись духом. Умер и малю беруах. Наполняйтесь духом. Итмалют беруах ешло шлоша маркевим. Есть три важных момента в наполнении духом. Первое ⁇ это молитва. И второе ⁇ это вот именно послушание Духу Божьему или какие-то инструменты. Это не сделаем и послушаем, а наоборот, послушаем и сделаем. Но он, Это то, что я сказал. Я действительно хочу понять от всего сердца, что мне делать. И тогда делать то, что говорит мне Господь. Наиманут, о, отпам, в И третье – это верность, это постоянство в обновлении Духа Божьего. В зе бы Это три важные главные вещи, которые все время повторяются в нашей жизни. Это не значит, что они идут одни за другим, они всегда вместе идут.

и некоторые выводят отсюда теорию о том, что нельзя пить вино. Может быть. Но я не об этом хочу говорить. И, и есть, конечно, люди, которые принимают решение не пить вовсе вино, и с этим все окей. Это Назареи у многих общин так принято и с этим все окей им их если Excel, это так они приняли решение то все в порядке но я хочу вам показать что-то другое они шауль мы тот дворим Я думаю что шауль хочет здесь показать пример результата этих двух действий

Потому что ты чувствуешь себя более свободным, более радостным. В Бохлусия и Фошеефесим Гару Ашпаа Шеля Анашим Шаюми Свивамай Тамеот Хазака Вы Штахваяли Лилим Вы Кольмене Оргию. И э, вот то, то население в Ефесянам, о которых здесь мы читали, это были люди, которые часто занимались различными греховными делами и были падки на оргии и на различные другие такие вещи. И, конечно, они напивались, они теряли голову, и там уже шло дальше, как, как шло. И вот то, что мы можем увидеть вот в этом сравнении. А Давара решен залит молебы рух Первое это наполниться духом. У лоу Мерлану по хевре тихаку, что питомар ух того или хем мотающим. Он не говорит, ребята, подождите, когда-нибудь дух святой на вас сойдет. А татиебахур мамин ойшамамина от того ликиля тихи вас ух тималеота. Ты будь хорошим, послушным, верующим, ходи в собрание, и дух святой коснется тебя.

то ты не опьянеешь от того, что ты смотришь. Вы когда-нибудь видели человека, который смотрит на бутылку и пьянеет? Не Таких вы не увидите. Так же с Духом Божьим. Наполниться Духом – это какой-то шаг, который мы должны сделать. Мы должны сделать машу. Мы, Мы должны сделать какой-то шаг сами, и тогда что-то произойдет так же, как и человек, который хочет напиться, он должен выпить вино. Это, это вот первый пункт, который говорит о том, что все в наших руках. Не ждать, когда это придет сверху. Не ждать, а делать.

Мышь уж от а зумит мале, умадхилиш такер, что они мале Это очень похоже на того человека, который пьет вино и пьянеет. Так же и я, когда молюсь, когда ожидаю Духа Святого, Он наполняет меня. В по гам, мышь, а накнохолим что есть по медам и сюемет.

<пл treats broadband> от одного бокала сразу будете пьяны. Да, <пр>... <Parents> у нас даже в пятницу можно за руль садиться после кидуша в Израиле. Ты не опьянеешь от одного бокала вина. Чтобы опьянеть, нужно выпить определенное количество вина. Может быть, вам сейчас кажется немножечко странным это параллель между напиться вина и наполниться Духом Святым, но это то, о чем сейчас говорит Слово Божье.

Они должны пить больше. И у каждого есть разный подход, и, ему, у каждого определенная мера. Это также зависит от, челов от человеческого опыта. Если мы, речь идет о каком-то зависимом человеке, который каждый день пьет алкоголь,

Мамаш я шара И у этих людей в этих людях особенно заметно. Даже когда они немножечко пьют, сразу по их поведению видно, что они выпили. то Также с духом святым. Они Когда я хочу наполниться духом Божьим, я должен сделать первый шаг и молиться. Воима Твиляшели и Кама Мели. Если моя молитва это всего лишь несколько слов. От филяк цара, ула Ютер, ула из-за Кама Мешпати. Может быть несколько предложений. От филяк цара. Короткая молитва. Это как бокал вина. а Аусе, от Ашуте, от Амид Палелькеилу. Имейте в виду, что, что все это аллегория, это сравнение для того, чтобы нам понять эту, эту меру, о которой мы говорим. И вот ты, например, пьешь бокал вина. Это похоже на вот эту короткую молитву ты не опьянеешь, маля не наполнишься Духом Божьим. От вам, барур, к моше Амарте, ешь медашона, ешь на ешь и я, селаянь, конечно ой, хут, же, ой, есть твила. всегда исключения, есть э, различные нужно необходимое качество молитвы и у каждого это свой подход. Ок, может, Амарти им не сойон, им бы надам, что есть ло не сойон, но арбезман немца бы тфиля, арбею теркало ликанес и у человека, у которого есть опыт духовного хождения, конечно, ему намного быстрее нужно войти в присутствие Духа Божьего. Дорогие, это очень важно. Когда я хочу наполниться Духом Божьим,

<связь> Я думаю, что вот в это, в наше время, в которое мы живем, влияние врага, оно очень сильное. Он хочет нас отделить, отдалить от Господа Бога всяческими путями. Он нам дает очень быстро устать от всего. И может быть, у тебя есть действительно желание в сердце прийти перед Господом Богом, помолиться, но физических сил у тебя нет.

из-за влияния врага в нашу жизнь. Это мое мнение, я думаю, может быть, вы думаете как-то по-другому, это нормально. И вот когда мы думаем, что вместо молитвы лучше пойти сделать что-то другое, там фильм посмотреть, отдохнуть, поспать, это влияние врага это я Потому что он хочет опустить наши руки. это я дам Сделать так, чтобы мы не хотели этого делать. Но лярпот расслабить, расслабить наши руки. За миля мы от мод хочу ваши, ешла маком бы танах, лярпот это я дам. Это вот то, что написано здесь в танахе, ослабить наши руки. Зачем Израиля я бы медбар? Когда народ Израиля был в пустыне, они находились в таком месте, которое называлось Рефидим. От слова исцеление рук. Расслабить руки. А, от слова расслабить руки. Вы к бы мацава Азба Амалек и в это время, когда у них руки были слабые, то приходили враги и уничтожали их. Это то, что хочет враг, чтобы мы опустили руки, чтобы мы сказали, что да, и лучше я отдохну, погуляю, посмотрю телевизор. Фильм. Отдохну, где-нибудь попутешествую. Забеседорля нуах, затов. Это хорошо отдыхать, это важно. А воладайнах ва нуховим льют мы руказим, алилуйим. Но при этом мы всегда должны быть сконцентрированы на Бога. Вазины они мамщих и маси пуршили. И вот я продолжаю свою А за негамы ргашти мазаев. Я дать я не хая в лаво о квар. Очень уставший, но я знал, что мне нужно помолиться. Уже вечером мне пошут... надо. Лакахьте татсмиба, бомаш боядаем, а лити Взял себя в руки и поднялся наверх. Я... я понимаю, что мне это важно, это мне нужно сейчас, но я все никак не мог начать, начать молиться. То одним займусь, то вторым, то третьим, и все никак не мог. И я сказал себе, нет, все, я должен начать и молился о каких-то простых вещах. И до кот. Несколько минут я молился. Вас они умертов. Я на моспикляю. А сидеть чели? Сам себе сказал: ну все, хватит. Я помолился. А сиди, сам эти то вишили. Я же помолился. Все, теперь галочка есть. а за они местовев. Мотхил мама шла лехет квар. Бифним них насли то хабайт хазара. И вот когда я уже начал возвращаться, спускаться вниз. Вас питом они моргеш и луиму мэр тамших. И вдруг я вот почувствовал в это время, что Бог мне говорит, Продолжай. Но я сам себе говорю, ну все, хватит уже, я молился. Но я чувствую слово Продолжай. Вас пошутный царь был Томаком. Я остановился вот в том же самом месте на на ступеньках и начал молиться. И я там почувствовал, как Дух Божий наполнил меня. И я вдруг почувствовал, как Дух Святой ведет меня в молитве. Я начал молиться за те вещи, о которых я даже не думал, о первом, втором, третьем. Все это приходило в голову. مבין, это, милуим, это было, И я чувствовал, что это действительно воля Божья. Это не что-то, что я об этом хотел молиться. Я и что я вам хочу тут сказать, что все это было в борьба с этой усталостью чтобы победить эту усталость и взять себя в руки. Когда ты начинаешь молитву, чтобы наполниться Духом Божьим. И не в коротенькой такой молитве, а ты именно открываешь свои уши, чтобы слышать волю Божью. Тогда Он тебя наполняет и дает тебе Духа Божьего. И я хочу ободрить вас потому что есть большое влияние этого мира врага. Мы можем преодолеть это. Господь хочет, чтобы мы более и более приближались к Нему и наполнялись Духом. Никуда, аба. Следующий пункт. Который также касается наполнения Духа Святого. Наполниться Духом Святом, Святым, Святым – это не что-то одноразовое. А раитем, Видели ли вы человека, который выпил много бокалов вина? Иштакер. Опьянел. Ваяши корбы мешах ли И был пьяным в течение месяца. Ваула ли мешах шана. А может даже и года. Райтым каза Видели таких людей? Они гамлю райты. Кизалек Я тоже не видел, потому что такого не существует. Килимахарату митурер ваколь беседеру кварлёши кор. Ула йомайм. Потому, потому что на утро он проснулся, и у него уже все в порядке. Ну, максимум еще там чуть-чуть, но потом это все проходит. И может быть еще два дня у него болит голова. А, а может маки. еще и рвота. <laughs> ну, я не знаю дальше, что там. Вот то им роха То же самое с Духом Божьим. То что я сегодня наполнился присутствием Божьим, это не значит, что завтра это будет меня вести по жизни. Может, Может быть, да, завтра меня Дух Святой тоже поведет, но наполняться Духом Божьим нужно каждый день. Это процесс. Все время, что мы живем в этом мире, мы все время должны наполняться Духом Божьим. Конечно, если мы этого сами хотим.

Бешув, йом йом, важно наполняться снова и снова, наполняться Духом Божьим каждый день. за Это вот следующий пункт. Тамид яшлану гам ашлахот, ма коре и маруах миляути. И всегда есть последствия того, что происходит, когда Дух Святой наполняет нас. Но я думаю, что вы зададите вопрос, как это делать. И мы уже говорили об этом, что очень важно молиться. Молитва ⁇ это один из важных пунктов, как наполниться Духом Божьим.

И шмию бы не хем ты и лют, кломар телелют а дунай, Ти шабхото, шируло. И прославляйте Господа, славословьте Ему, славос, воспевайте Ему песни, говорите свидетельства. Кломар зек, что анахнугам и тасфин по веешлану алель. И вот когда мы собираемся здесь, и у нас есть поклонение Богу, за издомну чилану мы од мот хашува веикара.

это не является правильной целью. бахдут, Бог дает нам возможность всем вместе объединиться и поклониться Ему в одном духе. И тогда Он может наполнить нас своим духом. И Он тогда может наполнить наши сердца.

если ты находишься в общине, это хорошо. Если ты это делаешь сам, это тоже хорошо. У этого всего есть сила. И это вот пути, как наполниться Духом Божьим. И что происходит, когда Дух Божий наполняет меня? Мы что что Pritsut, klomar, dvarim, и, и мы читали о том, что когда человек напивается вином, то он начинает uh, не контролировать себя и делать непонятные вещи. Kshel, 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 beruach, adhiyla, Но когда человек наполняется Духом Божьим, он начинает пророчествовать бы я ف... помните в книге деяния апостола второй главе где они находились в единстве в молитве духом и все были наполнены духом божьим шапху это дунай они были в молитве и прославляли господа Бога. ועזרух, אלוהים, и тогда дух святой наполнил их и что было результатом этого? בלשונות, они начали говорить на языках и начали пророчествовать. Шауль ואומר, и вот именно в этот момент Шауль поднимается и говорит, не думайте, что они пьяны. Петр, пам, э, כן, слыха, э, кифа, маян, אומר, Петр тоже поднялся и говорит, смотрите, они не пьяны от вина это это как раз это как раз исполнение пророчества того, что они наполнены Духом Божьего. Вазем и тогда они начинают пророчествовать. там Когда ты наполняешься Духом Божьим, ты получаешь ободрение, пророчество какое-то для человека. Это может ободрить общину, это может ободрить человека, это может ободрить твоего ближнего. Это всегда влияние Духа Божьего. И мы уже говорили об этом, когда мы спрашиваем Бога вопрос, Боже, ну что, какова твоя воля для меня? Когда ты наполнишься духом, как раз он будет тебя в этом вести. Он будет отвечать тебе, будет говорить свое слово, будет давать тебе откровение. Одно из результатов это то, что ты будешь видеть, что меняется твой характер. Он тебе будет показывать какие-то не очень хорошие вещи твоего характера. <связ в основной степени> И вот второе действие, которое показывает тоже присутствие Божье, это то, что Он äh, помогает нам двигаться вперед.

Помните историю свидетельства, которое я рассказывал? Я уже спускался назад домой по ступенькам. Я услышал голос Божий, и Он мне сказал: «Продолжай». Я бы мог сказать: «Ну, я уже устал, я лучше пойду домой». Талем, и если бы я не, не прислушался голосу Божьему, майта? Lui... اه, я бы не получил всего всех тех ответов, которые я получил. Поэтому очень важно послушание, как Иешуа был послушен своему отцу. И написано, все те, которые водимы Духом Божьим, они а дети Божьи. Если Дух Божий ведет нас, это свидетельствует о том, что мы дети Божьи. Так что вот, Кама Подумайте, как это сильно. Это очень-очень сильно. Когда мы послушны Духу Божьему, мы видим Его влияние в нас. Мы начинаем... мы, начинаем, понимать, я дитё Божье, я его, э, из его царства. И третья вещь. И как вот в истории с Иешуа, когда Дух Святой повел его в пустыню. Мидбар, Задавал Пустынные условия – это неприятные условия. Но это то, в чем мы нуждаемся. Shavuot, meod, meod tov, meod chazak, Несколько недель назад Женя проповедовал об испытаниях. И это очень связано с этим. Кибемидбар корим шлоша дворим хашовим. Потому что в пустыне происходят три вещи. Давара решен и луим роцели ламедотан. Первое, Господь хочет научить нас. Руах Элуим мадриха отану вероцали ламедотану. Дух Божий хочет научить нас и вести нас. Давара шини уроце ли насоту тану вегам ли хазек бо отозман. Вторая вещь, это то, что Дух Божий хочет испытать нас и, и укрепить нас. И третье. Несмотря на то, что мы находимся в пустыне, это самое безопасное место. Безопасное в руках Божьих. Когда мы проходим пустыню, в пустыне с нами Бог. <anchored> Это как ]れた. та <Ребята> лаборатория, о которой, о которой говорил Женя, что там, ты, там Господь управляет. И вот когда мне трудно, когда я прохожу испытания, когда мне сложные обстоятельства в жизни, Бог там со мной.

ребенка Есть дракон, который хочет съесть его. Но младенец взят на небеса Господу. И тогда дракон начинает идти за женщиной. Но Господь берет эту женщину в пустыню. И дракон продолжает следовать за женщиной, идет тоже в пустыню. Авал Элоим но Господь защищает ее Вы был тот зман, я ходи Маганашей Элоим, я сейчас в паме отхожа за кашей дракон. Вы офилюе фушу лифами, мы на цех. И в то же самое время где-то есть также и сильное влияние дракона, и даже в какой-то момент он и побеждает. Вы забедюк машанимы доберела, вешь не съено отмиться дыхать. Это то, о чем я говорю, что бывают иногда в нашей жизни испытания, и иногда даже они берут верх над нами, но во всем этом Господь Бог хранит нас. Когда мы начинаем приближаться к Господу Богу и наполняться Духом Божьим, это дворим и тогда он начинает открывать внутри нас какие-то злые вещи. Это неприятно. Так же, как неприятно слышать, когда тебя обличают и говорят, слушай, у тебя есть вот это, вот это и вот это. Это неприятно, но это истина и это нужно. Это то, что Дух Святой делает с нами. И когда Дух Святой наполняет нас, он показывает нам какие-то не самые хорошие наши качества характера и показывает нам, как их это исправить. Если ты хочешь быть светом этому миру, ты должен измениться. Есть стихи, которые говорят, что в последнее время, вот в это сложное время, Сатан будет делать еще больше злодей будет делать еще больше зла. А праведник, а праведник будет еще больше приближаться к Господу Богу. Это как раз слова о нас. Мы должны приближаться к Господу все больше и больше. Он, он убирает нас чешую одну за другой. Он показывает нам, что в нас нехорошо. Очень важно, чтобы мы были послушны Ему и поняли, что Он хочет от нас. אני באחד מהתפילות קיבלתי מילה לקהילה. כל מה שאני סיפרתי היום על להתמלא ברוח, יכול להיות שגם אנשים זה מה שהם עושים. Все, все, что, кулам, все кулам. что я говорил о том, что нужно наполняться духом Божьим, есть. Конечно, есть люди, которые постоянно это делают. Может быть, даже после моей проповеди те из вас, которые это раньше не делали, у вас появится желание больше получать Духа Божьего и молиться. Но я получил такое слово. Когда Бог говорит, вы должны продолжать приближаться ко мне. Вы начнете это делать. Но вы не будете чувствовать меня. И вы не так сразу наполнитесь Духом Божьим. И вы будете продолжать просить и просить, но не будете видеть ответа.

Бог говорит, не задумывайтесь обо всех тех обстоятельствах, которые происходят с вами. Потому что еще немного, еще чуть-чуть, и я наполню вас Духом Божьим. Вы, вы увидите этот прорыв в ваших молитвах. Вас пошут уирали что мы добрим аль и он просто показал, Бог, Бог показал мне несколько стихов касательно Фомы и Иешуа. Когда, Когда Фома сказал, я не видел, как Иешуа воскрес. Я не чувствую, что он здесь с нами. Это также и в молитве. Я молюсь, но я не чувствую, что есть какой-то результат. Но вот приходит ишо. Во у и он протягивает ему свою руку и говорит: на воткни свои пальцы. Таргиш, а не по. Почувствуй, я тут. Вас амелиаше кибальти. И Люй ему мёр. Ло я ав талмид, что ишо ло итгалло. И я получил, что не было ни одного ученика который, которому бы Иешуа не открылся после воскресения. а там Даже если ты не видишь сейчас ответ на свои молитвы, продолжай молиться. Он говорит, блаженны верующие, которые не, не видели меня ты меня, они меня, Ты меня не чувствуешь, ты меня не видел, но я приду и я откроюсь тебе. Они Я наполню тебя своим духом. И ты почувствуешь меня. А ты Ты почувствуешь мое влияние. А Почувствуешь мою силу. Это то, что Бог хочет дать нам.

Не ставьте галочку на коротенькую молитву. Продолжайте молиться, продолжайте требовать от Господа. Потому что Бог хочет сделать что-то особенное. Он хочет дать тебе намного больше, чем у тебя есть. Настя, Байла, это хазонах время поклонения Настя подошла ко мне и рассказала видение которое она видела и кольбы надам ге улям укилю носе ялом бы ячину и она сказала что каждый человек который тут в зале это как Ло, а, каждый человек который в этом мире это как алмаз в руках божьих Ло. А <говорит> каждый человек в этом мире, это как человек, у которого есть в руках алмаз. И он идет по какому-то кругу жизненному. Он как бы вышел из ворот Божьих, идет по этому жизненному пути и идет по направлению к воротам. И он держит этот алмаз в своих руках. И, и алмаз меняет цвета. Он меняет цвет по отношению к тому, что в жизни происходит. Иногда алмаз становится красным из-за грехов человека. Это алмаз и ор. Есть люди, у которых в руках две вещи. С одной стороны это алмаз, с другой стороны это свеча, свет. И есть этап в жизни, когда они не могут что-то пройти, например, это река перед ними. Гشر, и те, у которых есть в руках свет свеча, они вдруг видят перед собой мост и могут перейти через эту реку. Но не все это могут сделать. Они продолжают идти uh, вокруг этой реки. Но смысл Шамаем. в том, что все мы идем к одной точке, uh, вот к, небес, к, Царству Небесному. И и самое печальное это, что есть люди, которые идут с этим алмазом, и он у них остается чистым. Они проходят все в жизни. И алмаз остается тем же.

И я могу истолковать это, что свет или свеча – это сам Иешуа. Потому что написано, свет Божий пришел в этот мир. Все, <свеча> у которых есть эта свеча, которые Вадимы Иешуа, She she и эта свеча горит у них всю их жизнь. Которые видят путь и проходы, где им в жизни пройти. У них есть возможность дойти до Царства Небесного. As войти в Царство Небесное. Я ободряю вас, чтобы мы были светом Божьим чтобы мы были очень сильны. И не давать врагу ослабить наши руки. Аминь. Аминь.